Смотрите, вы сможете узнать, побывала ли машина в ДТП, не в розыске ли она. Кстати, тут же на сайте ГИБДД есть две полезные ссылки. Одна на аккаунт Федеральной нотариальной палаты, тут проверяем, не находится ли автомобиль под залогом. И еще, переходим на сайт Российского союза автостраховщиков. Смотрим, как у нас дела с полисом ОСАГО. После такой проверки можно договариваться о просмотре. Но это важно. Попросите хозяина машины принести на встречу не только документы на автомобиль, но и свой паспорт. Объясняю, нам важно понять, не мошенник ли продавец. Аферист может продать машину двойник. То есть пригонит вам биты и кое-как отремонтированное авто и принесет потерянные документы на вполне приличную и действительно существующую машину. Только вам-то она не достанет. Вот поэтому на встречу с продавцом берем его паспорт, открываем сайт МВД, ищем сервисы по вопросам миграции. Тут есть графа «Проверка недействительных российских паспортов». Сбиваем данные. Паспорт не потерян. Вот сейчас можно детально осматривать машину и принимать решение, брать или не брать. Хотя, в принципе, неплохо бы еще в сервисный центр зайти. Пусть автомобиль проверят и специалисты. В этом деле нужно все предусмотреть. Главное детское музыкальное шоу страны продолжается. «Голос дети» — новый сезон. Сегодня вечером финальный этап «Супер послушаем». Команда Федора Клина, Полина Гагарина и Баста осталось совсем немного свободных мест. Кто сможет удивить жюри? Посмотрим на телевизор. Нас снова унесет в мир музыки. Сегодня финальный день слепых прослушиваний. Наставники больше не будут крутиться в кресле. Долой головокружение. Семилетняя Адель обожает группу Queen. Привезла с собой Фредди Меркьюри на удачу. Косуха, рот прически. А это реальность. Восьмилетний Лео из деревни Древнего спел так, что завел весь зал. Эмоции у детей и наставников. И это не выдержали даже его рекомендации. Вообще видеть детские слезы, это не сильно. Поэтому как можно быстрее, как можно сильнее, крепче обнять, чтобы спокойно ребенка, это самое важное. Почти 3000 километров преодолел Тимур, чтобы спеть на этой сцене песню Александра Борисовича Градского. Верь в себя и получишь неожиданное предложение. Можете пригласить девушку спеть с тобой что-нибудь? Заметано. В это воскресенье день рождения у Полины Гагариной. А прямо сегодня вы можете проголосовать за лучшего наставника проекта. Авторизуйтесь по номеру телефона и набирайте баллы во время эфира. Станьте лучшим зрителем сезона. Играйте с помощью красной кнопки на пульте, на телевизорах с функцией HBO TV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в приложении Первый. Главный музыкальный проект страны. Звонкий, озорной, детский голос. Новый сезон. Сегодня вечером на Первом. Мария Бронзова, Филтик Комин, Первый канал. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Бионические протезы. Это же очень сложно. Но ты не слушал. Ведь ты все делаешь не так. Продолжай. Регистрируй бизнес с Альфа-банком и открой счет с бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Первый. Я первый. Я первый.
Я. Ну, успокойтесь. С мегафоном каждый первый. Месяц, но мы ночью звонили, никто так и не купил. Обалдеть. У нас в связном все гораздо проще, без приключений. Оценка за 2 минуты, и сразу получаешь деньги. Теперь продавать телефоны с пробегом легко. Связной и смарт-база. Безопасно и быстро. Вау, какие листья! Вау, какие лица! Испытай вау-эффект AquaView в контактных линзах AquaView Wazis One. I never asked for this. Мы покупаем около 6 миллионов почтовых открытых в год. 2 из них отправляем без конверта. Собственно, так как и надо. В связи с тем, что усиливают путешествия по России, у нас, соответственно, стали больше покупать тех открытых, которые посвящены конкретным регионам. Кстати, первое изображение на открытке именно в виде города. Ну, вообще, первое открытка в 1872 году выглядело так. Ну, открытое письмо. Открытки — это объект, это выражение открытого письма. Это вот такой вот формуляр, на который нужно было наклеить город. И уже в конце 1895 года первый открытый спортивный. Появились только в середине 20 века, в 1954 году. И они, конечно, тоже при истории. 23 февраля, 8 марта. О, ужас, ее как хищат двигаются.
ну и первый полет человека в космос. Коллекционеры называют их сюжетами, открытые, популярные сейчас. И вот так вот эксклюзивные открытки, всего 200 штук, с Юрием Гагариным, выпущенные в Музее космонавтики Почты России к 12 апреля, отправляются на станок времени. Иначе Мирослав, когда мама стала ездить в командировку, она отправляла ему открытки из разных городов. Сколько их получила? Еще столько интересных, потому что когда на них смотришь, ты узнаешь очень много интересного. Как будто и сам путешествуешь, не только по городам, а во времени. Елизавета Нетешова, Дмитрий Лихачев, Илона Мартынова, Первый канал. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в мире в программе Первого канала. По-прежнему много информационно-аналитических программ. Все самое актуальное. Последние новости, комментарии экспертов в большом информационном канале. No one tell me about this. Это чё? Ну, а прямо сейчас новости на Первом канале. Легон. Is it no chance? Министерство обороны сегодня открывает гуманитарный коридор на Черном море, чтобы вывести в безопасную зону 67 судов из 15 стран, которые остаются в 5 портах. Маршрут будет действовать ежедневно с 8 утра до 7 вечера. В Национальном центре управления обороны призвали Международную морскую организацию повлиять на украинскую сторону, чтобы обеспечить безопасность стран. Военные ведомства напомнили, что Особница. Пятница, особница. Ты ведь Адам Джонсон, верно? Военные проявляют героизм и самоотверженность в ходе специальной операции по защите Донбасса. Подполковник Альберт Усманов и дивизионный ракетный дивизион прикрывают позиции наших бойцов, обеспечивая безопасность полетов авиации. Своевременно обнаружил и уничтожил 6 вражеских воздушных объектов, 5 беспилотников БМФ и бомбардировщик Су-24. Командир взвода, старший лейтенант Усманов, попал в Украину. Несмотря на это,
офицер вылез из-под огня, потерявшего сознание водителя, и продолжил командовать подразделением. Сержант Валентин Кузаков рискуя жизнью уничтожил огневую точку противника, которая находилась в жилом доме. Он подобрался к укрепленному подвалу и подорвал пулеметный расчет ВСУ и расположенный там склад боеприпасов. Благодаря этому он Пусть и всем тебе. Машина раз в месяц вычищаем фильтр после каждой стирки манжету люка. Обращаем внимание на допустимый вес при стирке. Если мы положили мало белья, то белье во время стирки скапливается в одном месте, и в результате барабан идет не по кругу, как положено, а упадет по овалу и будет разбиваться. И завтра это очень плохо тоже настраивает машину. Так и не Не лишним будет устраивать в машинке ванный день, залить полстакана овала с кинетом белья, так и запустить в машину. Hey guys, my name is Harry, this is Rekum, and welcome to Derby. What's up, guys? What's up, guys? Oh my god!
god! No! He has 1 HP left. He has 1 HP left. Bye! Join Rec Room now and play with friends from all around the world. Whoa! Oh! Oh! Oh my god! Вопрос в том, представляет ли этот пыль какую-то опасность, может не обращаться какие-то микробы, и как часто нужно убирать. Думаете, все? Вот идут парогенератор и антистатическое средство. Иду ковер очень чистый, у нас идеальный. Мне та самая свекровь, которая сейчас найдет. Оказывается, раз в полгода ковер нужно мыть или сдавать очистку. Врачи поддерживают. Сама кто по себе является раздражающим фактором, который воздействует на слизистые большое количество, может возникать чихание и течение из носа. Но и плюс там живут вообще дерматофаги. Это ничего не говорит о том, что человек какой-то нечистоплотный. Он живет везде, где живет человек, потому что питается частичками сушеными бактериями. Дело не в наличии, а в количестве. Поэтому помимо... Потом дней, которые были, они оставляются на фильтре. А то, что поменьше, это все попадает в систему. И через ноутбук это обратно погоняет. Фильтры можно самостоятельно промывать теплой водой раз в 2 недели. Особенно летом, когда кондиционер работает постоянно. А перед сезоном раз в год требуется профессиональная очистка. Ухаживать надо и за увлажнителем. Кажется, меня приняли в друзья. Как же так? Проиграл его. Вместе с ним. Коп. Натуральные куриные филе и нежные сливки легко очень легко может подавиться.
не говоря о том, что состав совершенно разный. И еще есть вариант его использования. Растворить в молоке и сделать из него кашу. В принципе, все с этого и начиналось. Что это бы поставило печенье, оно для этого не использовалось. Обязательно ищем на такую пометку. Растворимое. Важно еще найти и такие надписи. Предназначено для питания детей или продукт детского питания. One less chance for my enemies. Let my enemies beware. I'll make it count. I'm getting deadlier. Another step to victory. Another step to victory. Только в Альфа-банке получаете супер кэшбэк с бесплатной дебетовой Альфа-картой. Закажите в марте и получите. Альфа-банк. Лучшее мобильное приложение. Работает по всему. Another step to victory. I'll make it count. И сейчас особенно важно найти того, кому можно доверить свои переживания. Все, что для вас важно, с накопительным счетом от ВТБ, со ставкой от 31% годовых и надежностью проверенного банка. ВТБ. Все получится. Но есть одна сила, которая всех нас объединяет. Ну и слава. Семечки, знаю, не видим. Это хрен. А это дисбаталин. Раздраженный кишечник. Отлично. Больно уже не остановится. Хорошо, что есть дисбаталин. Он в одиночку борется с различными симптомами. И упаковка дисбаталина по доступной цене. Натуральные клейные филе и нежные сливки дарят мне медикам сливушки вязанка сказочная нежность. Сливушки вязанка. Нежность. Спасит нас всех. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Бионические протезы. Это же очень сложно. Но ты не слушал. Ведь ты все делаешь не так. Продолжай. Регистрируй бизнес с Альфа-банком и открой счет с бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Это «Доброе утро», мы продолжаем, и сегодня стартует кубок Первого канала по фигурному катанию. Нас с вами ждет целых 3 дня настоящего праздника, спорта, красоты и позитивных эмоций. И все это происходит в столице Мордовии, Саранске, оттуда подкатывается проект «Спортивный мяч». Командные соревнования фигурного катания – это всегда особый накал в России. Болельщики, которые на долгих они открывают прохады и фигуры. И сами спортсмены, которые открывают землю, за победу, разделившись на две команды под управлением капитана. Год назад эту роль взяли на себя Алина Загитова и Евгения Медведева. А сейчас капитанами будут олимпийские чемпионы Пекина Мартин Дратюк и Анна Шербакова. Они, как играющие тренеры в футболе, будут не только руководить, но и выступят сами. Честно говоря, я очень тяжело это представить, потому что сравнивать с прошлым годом, то девочки, скажем так, полностью была в качестве капитана, мне же надо было еще самой в этих соревнованиях. Поэтому, честно, пока сама не очень представляю, как это все будет выглядеть, как совместить и поддержку всей команды и свои выступления. Ну, стараюсь все сделать по максимуму. Мне как-то комфортнее быть не капитаном и отдельно команда, а человеком, который является частью этой команды. Мне так комфортнее, я думаю, что так будет удобнее всем участникам.
слову, год назад именно на Кубке Первого канала Кондратюк впервые громко заявил о себе. Его блестящее выступление на трех потрогало Евгению Медведеву. Я уверен, что в этом году не стоит отриться, ну и даже лучше. А что касается своего Евгения Медведева, я надеюсь, что он не станет против меня. Хорошим треком. Сегодня программу «Пинков» Кубка Первого канала строит уникальный прыжковый фестиваль. Министерство обороны сегодня открывает гуманитарный коридор на Черном море, чтобы вывести в безопасную зону 67 судов из 15 стран, которые остаются в 5 портах. Маршрут будет действовать ежедневно с 8 утра до 7 вечера. В Национальном центре управления обороной призвали Международную морскую организацию повлиять на украинскую сторону, чтобы обеспечить безопасность конвоя. Военным ведомством напомнили, что Украина в нарушении всех правил заминировала. Снаряды частично уничтожили течение, но никаких карт Киев не предоставил. Все это представляет серьезную опасность для гражданского судоходства. Между тем, тяжелая гуманитарная обстановка в Чернигове, где заблокированы 120 тысяч жителей, национальный центр не позволяет людям выйти из города, они взорвали мост по дороге на Киев, чтобы остановить беженцев, когда на них нужно выйти гражданцы, требования оказались в ситуации, активисты прибежали, а несколько простреляли. Донецк накануне вновь перекрывали. Теперь кадры работы высокоточного комплекса «Искандер-М» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Расчет получил задачу уничтожить базу наемников по узлу связи командного пункта националистов. Вы видите подготовку к залпу, работу заряжающей машины, крангового снаряд весом 4 тонны на пусковую станцию. Готовы понять, что будет see you in.
Расчет ВСУ и расположенный там склад боеприпасов. Благодаря этому наши бойцы смогли продвинуться вперед и освободить населенный пункт от националистов. Майор, танкист Евгений Крылов, прикрывая колонну ночью подвижного пункта управления, обнаружил украинских диверсантов и ликвидировал их отряд, уничтожив два бронетранспортера и два пикапа с крупнокалиберным пулеметом. В Херсонскую область привезли гуманитарную помощь. Колонна МЧС в сопровождении военных доставила в поселке Черноглаевка и Антоновка 20 тонн продовольствия, людям раздали кофе, собой консервы, подсолнечное масло. Накануне гуманитарная акция, как и в Черниговской, Сумской и Киевской областях, была отправлена около 110 тонн продуктов и медикаментов. Сейчас в российских регионах подготовили к отправке на Украину новые партии помощи свыше 22 тысяч. В Белграде до самой ночи не расходили участники массового митинга, большое, Мария. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать. Сегодня пятница. Завершается рабочая неделя, 25 марта. Пусть сегодня у вас будет обязательно хорошее настроение. И представьте, вам нужно кому-то что-то подарить. Сильно подозреть вы не хотите. И вместо того, чтобы поступить самым простым естественным образом и принести деньги, вы даете вам подарочную карту. Привязывая человека к конкретному магазину и конкретной сумме, часть, например, либо будет неизбежно потеряна, либо принес что-то. Ты не веришь, то, что в этом есть боль, да? А мне кажется, здорово, потому что человек может просто с одной стороны купить то, что готово, а с другой стороны, представьте, карточка на карту, мы должны взять комиссию, и не время просто не работать, а за карточку не получать деньги уже не могут. Это точно? Ну, ты же будешь карточку сидеть. Деньги, просто деньги получат. Короче, если есть эта карта, так с ней быть можно. Несостоявшиеся покупки и деньги 209. Говорит, самый простой способ вернуть деньги – позвонить на ближайшее время в магазин. Давайте поговорим, что такое заказный сертификат. По сути, это форма аванса за будущую покупку. Покупка провоцирована, но товар не передан. Хотим понять, а как деньги получить можно? Здесь
дней жду, ответа нет, что делать? Обращайтесь в суд. В этом закрывшемся магазине товаров для дома работает отдел возврата. Назад не только вещи, но и сертификат на 2000 рублей. Вот эти любой наш магазин в России не вернуть, деньги себе на банковскую карту и либо расчетный счет. То есть вот прохожу вверх, да, прошу сотрудника не важно. Именно эти никому писать не надо. Письма писать не нужно. Проверю. 3 минуты формальности и прихожу в банковскую карту к тебе. Деньги поступают от 3 до 14 рублей. Через 2 дня магазин товаров для дома деньги перечислят. От магазина косметики это пока ждем. То, что делать, если не дозвониться в компанию нельзя, то никто не будет себя неизвестен. Искать чек, посмотреть выписку. Объявить данные о юридическом лице, имена или наименование, это организация. По этим данным на сайте налогового службы можно найти тот адрес, по которому зарегистрирован на лицо. Вот сказать надзор за срок действия карты истек, магазин работает. Твой продавец не может отказать с покупки товара и не забирать денег. С насморком. Спрашивайте в аптеках большую упаковку. Капли 20 мл. Силен возвращает аромат жизни. Симптомы простатита и аденомы не должны меня отвлекать. Это просто восстанавливает работу простаты, а не просто устраняет симптомы. Это просто потому что работает. Команда ВТБ. Движение – это от слова «верить». И сейчас особенно важно найти того, кому можно доверить свои сбережения. Берегите все, что для вас важно, с накопительным счетом от ВТБ СИ, со ставкой от 21% годовых и надежностью проверенного банка. ВТБ. Все получится. Боль заглушает все вокруг. Сиптолета Татал с цитилпиридинием флоридом оказывает антисептическое действие и помогает снимать воспаление. Сиптолета Татал. Твою кожу, твоя сила. Мегафоном каждый первый. Будь первым. Подключай опцию при 5G на новых тарифах без перебора. Мегафон. Начинайте. Выбирайте свой Thank you.
все, отворуют, но потом я сделаю когда-нибудь, я подумаю об этом завтра, это все. Вот замечательный способ борьбы с прокрастинацией. Посмотреть на звездное небо, узнать, что там нам обещают звезды. Потому что это как прогноз погоды. Если мы знаем, что будет хорошая погода, то мы будем думать, что будет хорошая погода. Мы возьмем с собой домашку, или еще что-то. Вот так и здесь. Давайте просто будем делать это время, а мы тут каждый день. 25 марта, 23 лунный и 6 солнечный день. Спокойный, уверенный в себе, организованный, при этом, что называется, располагающий к себе. Хотя он не говорил, умеет сказать мало, но убедительно. Тем, кому надо умиться, ловить и пикулить, крутить от этих старом, завоевать чье-то доверие, наладить с кем-то отношения и взаимопонимание, он точно поможет. Но еще он любит сводить друг с другом людей, которые сложно увлечения и взгляд на жизнь. И работает он неплохой, правда, мало с неспешным инноватором его не назовешь. Зато все у него сработано крепко и надежно. А минусов он раним, обидчив, под внешней невозмутимостью порой кипятные шуточные страсти. И в такие дни частенько зацикливаемся на своих проблемах, нередко придуманных. Но, правда, это вряд ли грозит. Так сегодня вообще трудно чем-то всерьез расстроиться. А вот забейте и обидеть, правда, стать этим, кого получится, звезды, а не забыть. Давайте все-таки поспокойно. Тельцов хороший рабочий день, отлично поддерживал тех, кто занят интеллектуальным трудом, работает с информацией и числами, возится с техникой, впрочем, и все прочие тельцы останутся довольны. После обеда, возможно, полезное знакомство, а вечером будет просто милым. Близнецы могут узнать нечто важное, а вот как этим распорядиться, сами решайте. Еще светило призывают близнецов, особенно мужчин, проявить снисходительность к чужим недостаткам и слабостям, и осторожнее с огнем. Раки рискуют внезапно влюбиться, сейчас у них вообще эдкая влюбчивая полоса. А уж понять, любовь это на самом деле или мимолетная страсть смогут только сами раки. И будьте осторожны за рулем, особенно при обгоне. И вы могут обнаружить в своем бюджете дырочку, куда толпы и штуки убегают деньги. Думаете, надо, пока ручеек не превратился в реку. А плюс будет красавица, но даже часть мире чиновников. Если предстоит какой-то сложный разговор, позовите на помощь Дефа. Они сегодня кого угодно переспорят, переубедят, а если надо, очаруют. И деньги их надо. Один раз от слишком вечер, не хватает пара для шопинга. Обе сотки все складывается, особенно в деловой сфере. Тут у вас могут открыться интересные перспективы, в том числе карьерные. Вот тут настроение может беспочвенно испортиться, но вечер это поправит. Пусть это дело проходит, тоже пройдет, но ура. В личной жизни, возможно, какая-то чепуха, некая обиды, какие-то претензии. Но тут вы как-нибудь сами разберетесь. И помните, вас любят и ценят больше, чем порой кажется. Терпение и выдержка – девиз стрельцов. Не спешите сами, не подгоняйте других, не пытайтесь пробить стену вон. Глядишь, рядом найдется дверь, причем открытая. И вечером ждите приятных новостей или гостей. Чьи-то слова или странные поступки могут неприятно удивить козерогов. Что было, я вообще не очень предсказуемо, и многие сегодня на себя не похожи. Погодите с выводом и обойдитесь без алкоголя. Неплохой день выдали, и дела идут как надо, и дома вроде все в порядке, где и кошелек ваш собирается малость подолстеть. Техника вот только выглядит, как он покоряется, аккуратнее с ней, не подведите глаза. У рыбы такие серьезные вдумчивые день, если их не отвлекать всякими пустяками, они могут что-нибудь очень интересное придумать и даже что-то изобрести. А вечер, похоже, готовит рыбам нечто вроде романтического знакомства или свидания. Ну что же, удачи вам. А садоводы, огородники уже вовсю начинают новый сезон. И правильно, почему бы и нет. Самое главное провести вовремя ревизию садового инвентаря. Вот в чем вопрос. Если вдруг машина не то с лопатой, то надо бы ее новую купить. Но как выбрать, не знаю, как выбрать. Первым делом у нас лопат, смотрим черенок, выбираем полоску, как можно получить, тоже не ходить, до середины приключения. Если слишком длинный, не придется укорачивать дополнительный бонус с ограниченной ручкой. Я ее захватил. Если черенок деревянный, обязательно проверяем, чтобы был хороший вес для черенок. Когда черенок во время работы, серьезно повредит ладони. Выпечем на While we rest, our enemies grow stronger. Дальше платно лопаты за обычный бежевизор может подвести. Вы продолжаете. Если вы не тяжелый, то хочу, что-то она взломается,
одной лопатой можно на стенку вешать. Во-вторых, это очень крепко. Не бьется, не ломается, не бьется. Выбираем не только материал, но и форму. И добыли вот так и собственный клиент. Для того, чтобы копать ямы для посадки или что-то подчеркнуть. Мы укладываем бордюрную ленту, мы укладываем дорожку. И чтобы не было вот этих волнистых линий, мы используем стыковую лопату строго метаем. А узкий стыковой инструмент шириной полотна всего 15 сантиметров и вместо стандартных 25 идеален для дренажных каналов, чтобы их копать и потом прочищать. Сахаровой же лопатой с высокими бортиками ничего не выкопаешь. Зато торф в песок или грани без нее не перекидаешь. Добавляю муку, вымешиваю тесто. Накрываю пищевой пленкой и даю отдохнуть 15 минут. Готовое тесто раскатываю, нарезаю на кусочки. А теперь даю начинку. Налью растительный банан. Посыпаю сахаром и пшеницей. Подожжем под бананом на кусочки. Добавляю тесто в душку. Это будет вкусно. Накрываю еще одним кружком теста и высыпаю его в банан. Thank you.
Сгущение сока замедляется. Ускорить процесс можно, если сделать дополнительное отверстие, но для этого нужно выбрать дерево потолще. Ствол от 25 до 35 сантиметров. Два отверстия. От 35 и выше можно и три сделать. Если сделать несколько отверстий в одном месте, да, то можно собрать трубочки все вот эту, в одну бутылку. Бутылку привязываем скотчем к стволу дерева, и таким образом мы, скажем так, ускоряем сбор сока. Самое главное, после...